Все, друзья, идем обратно. Повторим наш героический путь в обратном направлении. Будет желание, приходите, приезжайте, привезем, отвезем. В общем-то, и сами можете приехать, туда много ездят людей. Ну, это уже по вашему желанию. А, солнце вышло. Сейчас будет более хорошие фотографии можно будет сделать, контрастные. Так, вот там мы не были, и туда не пойдем. Здесь дорожка, здесь лазили. Интересный камень, какой-то батарей, он глянцевый. Здесь вот сухой, а здесь рукой, руками касается, а здесь он здесь отполирован многолетними. Прямо буквально вот 2 сантиметра и уже вот перепад. Здесь не такой, здесь тоже сухой. Лишайник, какая-то трава. Ага. Очень большое получилось путешествие по Бешбармаку, ну просто очень. Но я думаю, что оно того стоит. Если у вас хватит терпения все это смотреть до этого момента, напишите, что я молодец. Хотя можете не писать. Никто не заставляет. О, какая-то досочка, мостик сделали. Мы уже видели. Вот это инжирник, мы его снимали. Ну, туда тоже пробрались. Смотри, там тоже кто-то пробрался. Идем посмотрим. Мы там не ходили. А, смотри-ка, здесь даже лестница здесь. Йо. Ух ты. Там даже кладка и вот лестница. Видите? Даже туда можно пройти и там даже что-нибудь поснимать. Инжир. Инжир уже есть. Но это такой первый инжир, да, бреба. То есть настоящий инжир должен быть в августе. Интересно, это, скорее всего, черный, скорее всего. Здесь желтый вряд ли будет. Если сюда приехать зимой, то можно взять, как его, веточку для тоск. Но туда я уже не пойду. Это боярышник, вот куст боярышника в кадре. Ладно, идем дальше. Туристы быстро вернулись. Все отполировано руками за многолетние, за много-много лет. Осторожно, очень осторожно. Спускаться тяжелее, чем подниматься, я вас уверяю. Потому что теряешь бдительность и можно здорово загреметь. Все отполировано. Будьте здесь, если без меня, то будьте осторожны. Естественно. Светлана. Камерина. Так, друзья, обязательно держитесь за ступеньки, за поручень не спускайтесь. Очень легко упасть. Это учтите. Спускаться труднее, чем подниматься, я уверен. Опаснее. Потому что тело тянет вниз. Далее чуть-чуть не самое, как выйти, и уже потащило. Вот сейчас тоже тащит. Приходится сдерживаться. Я, наверное, сделаю так, что я это всю
все это видео, не буду снимать, монтировать одним большим роликом, а сделаю по частям. То есть дорогу отдельно, восхождение отдельно, спуск, наверное, отдельно. Чтобы было несколько видео, и наши, по-моему, легче было смотреть. Так будет, наверное, интереснее, компактнее и быстрее, и проще. Саунки. Вот там тоже какие-то строения, эти остатки. Остатки строения. Сейчас пойдем посмотрим, кто же поснимаем. О-о-о. Там какие-то руины. Я видел, как раз спускались. Сейчас к ним подойдем. Лучше, наверное, отсюда будет. И пойдем посмотрим. Трясогузка. Тишина. Конечно, мой крик здесь нарушил вековую тишину. Но это было недолго. Пора бы подняться, но там без снаряжения альпинистского не заберешься, конечно. Что это за какие-то строения, руины? Так, это что за... А это роза. Скорее всего, да? Нет? Оторвем один. Ничего страшного не будет, наверное. Шиповник? Что-то вроде шиповника, что ли? Уронил, ладно. Похоже на шиповник. И бурно на азербайджанском. Ну, конечно, это вот пользует впечатлением. Пользует впечатление некоторые эти следы цивилизации современной. Утром можно пройти. Идем посмотрим. Та-та-та-та-та-та-та. Ла-ла-ла-ла. Ух ты, какой красивый. Солнце-то выходит и заходит. Меняет освещение. Так, идем туда по тропинке. Здесь можно скатиться осторожно. Там тоже дорога какая-то есть. О! О! Вон это комната для намаза, где мы были. Ладно, идем так. Вот так. Пойдем скорее поближе. Не знаю, сколько этим руинам лет, но старые, видимо. Конечно, не много сотен лет, но все равно довольно-таки старые. Вот здесь камни совершенно шуша. Здесь туристы руками не трогают. Так, мы... Так, пройти сложно будет по камням. Надо... А давайте его возьмем обратно. Неохота ноги ломать на камнях.
Интересно, видите, вот светлое и темный переход. Такое впечатление, что здесь было раскопки, раскопали, это было под землей, а это выкопали. И видно, что свежекопанная земля. Возможно, недавно раскопали эту ему. Скорее всего, кто разбирается в археологии, пускай скажет да или нет. А там красивое место. Там сидят женщины и медитируют. Где мы тоже посидим. Ну что, друзья, на сегодня наша передача заканчивается. В общем, сейчас нам предстоит путь обратный, домой. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и все остальное. Давайте мы так развернемся. Сейчас покажу вам прекрасный вид на эту гору. 1 июля. 23-й год. Меня зовут Михаил Рискаров. Спасибо за внимание. Увидимся. Иншаллах. Magical.